Да, госпожа, вы были правы. Нашего покойного падишаха убил дервиш Паша. А Валиде Султан... Она обо всем знала. С самого начала. Все знала. Раз ты убедился, поможешь мне теперь, Ходжага? Да. Валиде Султан. Что тебе, Касем? Надо открыть правду, которую скрывали ото всех так долго. Что скрывали? Кто? Ты что тут снова устраиваешь? Надо положить этому конец. Пора прекратить твои игры. А уже все, они закончены. Дервиш Паша убил покойного падишаха. И вы, его сообщница, вы состоите с ним в любовной связи. Довольно, это бред какой-то. Мой сын не поверит в это никогда. И у тебя фактов нет. Есть. У меня есть свидетель. Этого достаточно. Она пыталась убить меня. Она хотела напасть на меня. Она напала на меня. Напала. Просто я испугалась. Что же ты натворила, Хандан Султан? Молись, чтобы все это обошлось. Скорее лекаря зовите! И помогите мне, быстро! Осторожнее несите. Владыка небесный. Что вы наделали? Мне
Мне пришлось. Я была вынуждена, Хачака. Кюсэм сказала, Ахмеду все расскажет. Еще сказала, что этот свидетель у нее есть. Я потеряла самообладание. Надо найти этого ее свидетеля. И как можно скорее избавиться от него. Я знаю, кто это, госпожа. Правда знаешь? Кто же это, говори скорей? Ну же! Я, госпожа. Свидетель, о котором она говорила, я. Хранитель покоев. Госпожа. Мне нужно увидеть повелителя. Как прикажете. Что случилось? Что с нашей госпожой? Что? Говори же, ну! Пока не знаю. Только с носилок сняли. Значит, змею у себя на груди пригрела. И это мне пережить суждено. Ты ведь нанес мне удар в спину, Хаджага. Госпожа, Я все делаю ради вас, госпожа. Чтобы защитить. Ты хочешь против меня свидетельствовать? На сторону моих недругов переметнулся. И еще уверяешь, что ты меня защищаешь? Да ты же меня предал. Это предательство. Какой ты защитник, шакал и изменник. Госпожа, дервиш паша, он убийца. И не уйдет от наказания. Если вы будете его защищать, то и вам та же участь уготована. Госпожа моя, сейчас у нас еще есть шанс. Доверьтесь Кюсэм Султан, госпожа. И тогда вы не пострадаете. Нет, Хаджи, этому не бывать. Я не сдамся. Я придумаю что-нибудь. Я обязательно выход найду. А ты в память о том, что служила мне. Столь долгие-долгие годы ты молчать должен. Ты должен молчать. Слышишь, что я сказала? В глаза мне смотри. Молчи, Ханши. Доходы целого ряда крупных фондов будут некоторое время передаваться в казну в качестве долга. В казну поступают и ценные товары купцов, стоимость которых им должны выплатить в будущем, на что есть их согласие. Эти меры позволят нам спокойно вздохнуть. Не зря я доверил тебе печать великого визиря.
Прекрасно. Надеюсь, твои меры хорошо продуманы, и они не станут поводом для жалоб моих подданных. Да. Повелитель, Хемашах Султан ожидает. Дело очень важное. Зови. Госпожа. Повелитель. Слушаю, Хемашах Султан. Что там у вас стряслось? Я зашла навестить Хандан Султан. Не знаю, что произошло там, но я увидела Кёсэм на полу. В крови и без сознания. Если, не дай Аллах, госпожа не выживет, Хаджи, то я от этого гарема не оставлю камня на камне, так и знай. Что произошло? Это твоя работа, злыдень? Да успокойся ты, я вовсе ни при чем тут. Ну что? Еще без сознания? Что с ней? Госпожу ударили по голове. Или же она упала и ударилась, повелитель. Ну, а хвала Аллаху, рана не опасная. Всемогущ, помоги мне. Милостивый Всевышний, помоги мне. Прошу тебя. Не оставь. Помоги мне, Аллах милосердный. Умоляю тебя. Спаси меня. Защити, помоги, Аллах. Султан Ахмед Хан Хазрет Лери! Валиде, в чем дело? Объясните сейчас же. Что у вас с Кюсэм Султан здесь произошло? Как это все случилось? Моей вины тут нет, Ахмед. Кюсэм ведет себя недопустимо. Она не только оскорбила меня, она на меня набросилась. И я защищалась. Я была вынуждена. Госпожа моя, Кёсэм Султан. Что? Больно, очень больно. Ничего. Очнулись, хвала Аллаху, а то мы так испугались. Госпожа, слава небесам, вы пришли в себя. Я хотел бы поговорить, но... Ну давай, что ты мнешься, Хаджага? Говори. Хандан Султан знает, что ваш свидетель я, и велела мне молчать. В отношении госпожи я спокоен, но дервиш паша, если он узнает, то со мной разделается. Не волнуйся, Хаджага, их не спасет уже ничего. Их? Госпожа, вы же обещали, что Хандан Султан нисколько не пострадает, и об отношениях ее с дервишем пашой никто не будет знать. Не бойся, я сдержу обещание. А ты? Но Кёсэм не просто же так напала на вас, Валиде. И я хочу знать истинную причину. Кёсэм, 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 Кёсэм! Послушай, я же твоя мать. Неужели для тебя мои слова ничего уже не значат? Прошу вас, ответьте.
приехали, мы султан застали у покоев шахзаде Мустафы. Она видится с сыном и помогает ей в этом Кюсэм. Я хотела замечание Кюсэм сделать. Вызвал ее, а она словно обезумела. Вот как все было. Кюсэм стала очень заносчива. Ни с кем уже не считается. Послушаю, что Кюсэм скажет, когда очнется. А что она сказать может? Она же будет отрицать все. Станет меня во всем винить, конечно. Кюсэм моя, я так испугался за тебя. Как ты себя чувствуешь? Что, еще болит? Да, все время ломит затылок. Но ты можешь говорить сейчас? Расскажи мне, что произошло? Матушка говорит, что ты, Халиме Султан, разрешила тайно видеться с сыном. Она хотела поговорить с тобой об этом, а ты на нее набросилась. Шахзаде очень плохо выглядел. Я переживала, что он заболеет. Но я позволила иногда ему с матерью видеться. Матушка, значит, сказала правду. Правду, только это было гораздо раньше, а не сегодня. Я не набрасывалась на нее. Да мне бы в голову такое не пришло, это невозможно. Тогда что случилось, скажи? Ты прости, но не могу. Хандан Султан должна рассказать сама. Сегодня или завтра она, думаю, все тебе расскажет. Вы напрасно встали, госпожа. Вам бы еще надо полежать. Очень время дорого, Джанет. Но я не уверена, можно ли доверять Хаджаге. Тогда ему самому не сдобровать, он об этом знает. Чай с ромашкой, госпожа. Он успокоит. Да. Войдите. Зачем явилась? Опять мне угрожать будешь? Страшная тайна лежит у вас на сердце тяжким грузом, я понимаю. Но это не оправдывает вас и ничего не меняет. Не утруждай себя напрасно. Мой сын твоей лжи никогда не поверит, а свидетелей у тебя нет уже. Повелителю я еще не рассказывала. Но если придется рассказать, Хаджага подтвердит мои слова. Так, Хаджага? Так, госпожа.
Раз так, то зачем ты пришла? Ступай. Иди, расскажи. Как хочешь, что хочешь. А ты, Хаджа Ага, станешь ее свидетелем. Давайте, уничтожьте меня. Думаю, что вам само это лучше сделать. Сказать повелителю, что Дервиш Паша – убийца падишаха. И вынести ему смертный приговор, Кёссэм, верно? Именно. Пусть это будет вашей карой. Вы отправите Пашу на казнь. Иначе повелителю будем вынуждены все рассказать мы. И не только о Дервише Паше, но и о том, что ваши отношения с ним выходят далеко за пределы дворцового этикета. Госпожа, я умоляю вас, прислушайтесь к словам Кёссэм Султан. Иного пути нет. Пускай получит Дервиш Паша то, что заслужил. Подумайте о себе. Подумайте о чести династии. Я считала, я была убеждена, что ты мне предан. Как жаль. Хаджака, даже смерть твоя, Хаджи, не так огорчила бы меня, как твое предательство. Ладно, Кёссэм. Я скажу, только дай мне немного времени. Мне непросто это сделать. До завтрашнего вечера срок.